Бизнесмены всей страны и представители власти поговорят на чистоту. Через два дня в Астане состоится первый съезд предпринимателей Казахстана. В нем примут участие свыше 200 представителей отраслевых ассоциаций, а также члены правительства и Национальной палаты предпринимателей. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций сообщила член правления палаты Екатерина Никитинская. На повестке дня преграды на пути развития бизнеса, в частности, несовершенная система госзакупок. Особое внимание Нацпалата намерена уделить вопросам развития обрабатывающей промышленности. По словам Екатерины Никитинской, отрасль занимает уже треть промышленности. Производства. Тем не менее, потенциал ее реализован не до конца. Мы уже сейчас внесли в действующее законодательство меры ответственности со стороны заказчиков в случае несвоевременного возврата авансовых платежей. Мы добились того, что если по объективным причинам предприятие обрабатывающей промышленности не может выполнить заказ, ему по его заявлению могут быть продлены сроки до 10 рабочих дней. Мы ввели принцип ответственности для администраторов бюджетных программ.